Желаю успехов тебе, Макс Сехов. Сейчас будем делать видеообзор моего издания на дискете в формате RAW Black Metal на флупе Noise Records, это под лейбл Depressive Illusion Records, украинского музыканта, проект Молох. Итак, у меня на канале есть ознакомительный трек и также есть на моем лейбле, тоже в издании Сидерки, этот знаменательный сингл. Кавер-версия на Torn Apart. Вот, а вот как это на дискете выглядит. Так, сейчас я включу. Дисковода у меня нет для дискет, поэтому включу для ознакомления здесь. Вот. Вот логотип моей команды Torn Apart. Да, это вот дискета, как выглядит обзор. На гитаре я, на клавишах я, на басу я. Ну тут бас такой, как бы на гитаре, короче. На гитаре я, да. На гитаре я, музыка моя. На барабанах Дисмал, на вокале Даркус. Вот. Ну вот, посмотрим, как выглядит. Вот, тут есть состав, есть. Все есть. Ну, дискета там выглядит, как и обычно. Есть у меня все-таки одна дискетка со своим изданием. Вообще прикольно, для коллекции. Вот. 66 копий. Нет, чтоб 666 копий. Я уже. О, такая красненькая дискетка. Оформление я придумал, ну, логотип тоже я придумал. Классно получилось. Ну, оформление классно сделал дизайнер этого самого Молоха. Вот это вот. Футболочкой бы такие бы, сделали в Польше, например, футболки такие, а прикольно было бы, красиво. Классно получился трек, довольно таки, а?
Это, кстати, для диска подойдет. Все, всем пока. Желаю успеха тебе, Макс, съехал.